Собака, которую спасли в Златоусте, идет на поправку. Несколько недель назад пса нашли примерзшим к земле. История спасения тогда прогремела на всю страну. На этих кадрах собака по кличке Жулька. Сейчас она находится в тепле и под присмотром любящих людей. А? Жуля? Жуля? Да моя ты красота! А эти кадры были сняты в начале января. Местные жители обратились к зооволонтерам, когда в заброшенном доме несколько дней выла собака. По приезду на место люди увидели, что возле сарая на цепи сидит пес. Сколько дней он там провел, неизвестно, но животное уже успело примерзнуть к земле. А эту собаку привязали к мусорным бакам и оставили умирать. Пса нашел житель микрорайона Парковый. Мужчина рассказывает, что простоял около мусорки 20 минут, но хозяин так и не объявился. Тогда челябинец забрал животное домой, накормил и согрел. Добрый человек в интернете попытался найти хозяина, чтобы узнать кличку, но все безуспешно. Там ему ответили, что хозяйка является бездомная женщина. Раньше она часто привязывала собаку к бакам, но на этот раз решила ее оставить навсегда. К счастью, мужчина забрал пса к себе. А в этой истории хозяин закрыл животное на балконе в сильный мороз. Эти кадры были сняты в микрорайоне Чурилово. Очевидцы сообщают, что здесь постоянно воет собака. Владельцы закрывают животное на балконе второго этажа и не кормят. Челябинцы говорят, что за такой картиной наблюдают почти каждый день и задаются вопросом, зачем хозяин так издевается над животным.